Света рано утром плачет. У нее болит душа. За больного лейкемией парня. Ваньку малыша. Света носит ему пряник, он смеется через боль. Держит за руку любовно. Уходи, дурная хворь. Ванька хочет стать пилотом. И рисует самолет. Это вот иллюминатор. Это киль и крылья вот. Ваня смотрит прямо в сердце. Тетя Света же спасет. За неделю так. Неделю. И уже который год. К Ване не приходит мама. Он детдомовский пацан. Он давненько все умеет, очень ловко делать сам. Сам шнурки себе завяжет, сам нальет себе компот. Говорит всегда понятно. Я ведь будущий пилот. Света вяжет Ване свитер с самолетом на груди. Вот поправишься, мой милый, будешь вспоминать в пути. Света сутки через сутки, да и даже в выходной в запорошенной маршрутке. Еду, еду, мальчик мой. Света просит об опеке. Ну на кой тебе оно? Ты же ведь потом загнешься. Не жилец он все равно. Света слезы вытирая, подписала документ. Нет счастливее человека на земле в этот момент. Света знает, в этом мире нет совсем чужих детей. И никто не застрахован от болезненных потерь. Где-то там, в закатном небе, пролетает самолет. Шепчет тихо, нежно Свет. Это Ванька. Мой пилот.